Цель вашего приезда и будете способствовать ваш приезд гражданскому согласию в Азербайджане? По-моему, такой вопрос задавали мне, я еще могу еще раз ответить. Цель приезда, здесь обстановка в Азербайджане сейчас сложная, события Гянчи, кровавые против, произошли. Президент Азербайджана Абхазия Чебей обратился ко мне с просьбой, чтобы я прибыл в Баку. Для того, чтобы, может быть, обсудить сложившееся положение, посоветоваться. Я принял приглашение, прибыл. А что касается, будете способствовать мой приезд или мое какое-то участие в установлении гражданского мира, я думаю, что я постараюсь внести свой вклад. Я, конечно, не претендую на то, что я что-то могу сделать больше, чем возможно, но я внесу свой вклад в это дело. Еще один вопрос. Как вы расцениваете события в Гянчи? События в Гянчи? Ну что, события в Гянчи чрезвычайно тяжелые. Случай произошел там. Пролита кровь, погибли люди. Причем, как стало известно, я основываюсь на заключении комиссии, которая вчера была оглашена по телевидению. Погибли невинные люди. Это чрезвычайно тяжелый случай. И я считаю, что этот случай должен получить и политическую, и правовую оценку. И все зачинщики, организаторы этого кровавого преступления должны быть привлечены к ответственности. Независимо от должностного положения, кто бы это ни был, кого бы ни касалось.